На смену тюльпанам на площади Победы высадили яркие петунии. В середине весны город был похож на большой цветник. Тюльпаны были повсюду. Белые, красные, желтые, розовые и фиолетовые – они неизменно радовали глаз. Теперь настала очередь летних цветов. Луковицы тюльпанов сажались осенью, а в течение весны мы за ними ухаживали. Далее также сажалась виола. Это ранняя культура, которую можно сажать при заморозках еще, да, то есть возможных. После этого мы сейчас на данный момент уже засаживаем все клумбы. На данный момент практически уже все посажено. К озеленению подходят с умом. Посадка проходит по схемам, подготовленным еще в апреле. В городе можно будет увидеть бархатцы, бегонию, салию, цинерарию и многое другое. Все растения распределяют по участкам. Каким-то больше нравится солнце, соответственно, мы их стараемся сажать на солнечных местах. А те, которые любят тень и влагу, соответственно, в тех скверах, где много тени и влаги, как бы все они разные, и под каждую культуру подбирается место, да? Под место подбирается культура, да, которая там будет себя наиболее хорошо чувствовать. По словам специалистов, эти цветы будут радовать ивановцев до первых заморозков. Работы по посадке цветов планируют закончить уже на этой неделе. Но и самим горожанам предлагают не сидеть сложа руки и поучаствовать в конкурсе «Иваново в цвету», на котором выберут самые лучшие клумбы и участки. И все жители города могут поучаствовать, пожалуйста, значит, путем, необходимо составить заявку на участие в конкурсе. Конкурс у нас продолжается до 1 октября, и в ноябре мы подводим итоги конкурса. Принять участие в конкурсе и сделать город краше смогут образовательные учреждения, коммерческие организации и ТОСы. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.